Идем на какое-то мероприятие музыкальное, мюзикл. Идем. Севкабель. Вот он. Такое пространство. Севкабель-порт. Мы сейчас первый раз туда пойдем. Улица Кожевенная, 40, Васильевский остров. Посмотрим, что там интересного. Валера, дочка поет. Она поет там, да? Поет. Поет. Что тут круто? Такое пространство. Подожди, я хочу ворота еще посмотреть. Ворота как закрываются, как порт. Севкабель. А куда идти? Не знаешь? Такое интересное пространство. Смотри, люди сюда куда-то идут. Посмотри. Может, сюда нам? Не знаешь? Вот мы сейчас здесь находимся. Репетиция. А, нельзя там, да? Ну, дальше смотрите. Куда? А, вот сюда люди пойдут. Все, посмотрим. Ну, а смотри, какие. Да, смотри. Пойдем на набережную. Пойдем, Сашка. Сюда? Ну, давай сюда. А, смотри, да, там есть, смотри, память говорят, дорога через... Так, подожди, дорога через войну. А это каток у моря. А. Сюда пойдем? Пойдем. Пойдем, посмотри, что здесь сначала. Давай. Все, еще у нас сюда много. Сначала идем, да. Пойдем. Ух ты, прям на велосипедах лежит. Вау! Смотри, тут с велосипедами можно прийти и кататься. Ты смотри. О, пойдем посмотрим, посмотри там, что делается. Да, нет. Какая-то, видишь, штука такая. На скейтах ребята паркуром занимаются. Посмотри, как здорово! Была ерма. Дань, как красиво! Посмотри, как красиво! Сюда приходит, да? Вот эти. Паромы с нас. А паромы, да, паромы вон. Вот, Мурвокзал, да, и туда паромы приходят. Это Мурвокзал, да? Да, это западный скоростной диаметр. Посмотри, как красиво! Солнце заходит. Вообще, прелесть какая-то. Адмиралтейский завод. Где? Впереди? Где? Адмиралтейский завод? Адмиралтейский завод. Пойдем. Посмотри, девчонка куда залезла. Сидит. Смотри, тут фотосессия идет вовсю, полным ходом. Конечно.
такие эти штучки для инкопатия. Что это такое? Глянь, какое. Зеркала все. Глянь, одни зеркала. Смотри. Ой, как будто... Зеркал как будто не видали, да. О, это портал Зазеркалья. Нужно занять трон, загадать желание и ждать, когда исполнится. Вот это парк. Сейчас трехмерная панорама. Давай пойдем посмотрим. К сожалению, не получается у нас на концерт, опоздаем, если так. Жаль. Ну, в следующий раз приедем. Прокат дают велосипеды. Здесь по территории катаются? Ну, конечно, катаю. А вон туда заезжают еще. Куда? А вон в этот, куда мы заходили, вот в тот. Ой, старая лодка лежит. Такой атрибут севкабеля. Камбус. Детская площадка есть. Ой, как красиво. Где выставка? Ты вот это выставка. Пойдем посмотрим. У нас есть еще один. Севкабеля. Siemens, вот 1879 год, первая мебельная мануфактура. Siemens Гальский, кабельный завод. Кабельная монополия, 919-й северно-кабельный завод. Потом еще какие-то даты. И он там в конце, 2020, как раз вот это пространство открытое. Оказывается, мы пришли не на мюзикл, а на Всероссийский молодежный фестиваль классической музыки. Участники здесь и профессиональные музыканты, и студенты, и музыканты-любители. Саша здесь будет выступать, в хоре петь. Thank you.